Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, мы, наверное, все-таки продолжим. Хотя, не знаю. Будем мы опять искать Граудона или... Фиг его знает. Ребята, перед тем, как начнем ловить покемонов, есть маленькая новость. Будет все-таки открытие сервера, ребята. Я не знаю, когда... Не скажу где, но как бы уже есть в планах, и если все отлично пойдет, пойдет работа, пойдет процесс самой подготовки сервера, то сервер уже может даже открыться на следующей неделе. Просьба, ребята, такая просьба. Как бы, ребят, еще я что забыл сказать, твою ж, сказать самое главное, сервер будет полностью бесплатный, то есть, заходите, играйте, как хотите, ребята. То есть, ну, как бы не будем говорить наперед, но он уже как бы в планах, уже, можно сказать, идет более-менее так подготовка. Если отлично пойдет, и если процесс самой подготовки пойдет отлично, то уже открытие может даже будет на следующей неделе или еще на следующей. Точно не знаю, ребята. Но такая просьба, пишите тут в комментариях и, пожалуйста, в группе в комментариях. Ну, как бы в группе сейчас голосование. И, ребята, просьба проголосовать, идете ли вы играть на сервер, как бы мой сервер в Pixelmon. Да, как бы обычно, ну... Мод Пиксельмон, да, будет. Все стандартно, Пиксельмон, Покерадар. Я там тоже буду играть, ребята. Можете играть тоже, когда хотите, вместе со мной. Мы, наверное, все-таки там начнем какой-то новый сезон, ребята. И, в принципе, я, можно сказать, буду играть с вами. То есть вы будете вместе со мной играть, можно сказать, на одном сервере, в одном мире. И, в принципе, сделаем какой-то там, я так думаю, городишек, да, то есть... Где-то там возле спауна, короче, можете строить там свои дома. И, ну, короче, потом разберемся, ребята. Но само дело я хочу сказать, что сервер уже, можно сказать, идет его подготовка, можно и так сказать, ребята. Поэтому еще раз скажу, ребята, просьба проголосовать в группе и написать в комментариях, поставьте там плюсик или напишите, что идете вы или нет. А чё у меня гейммод включенный? Я только сейчас заметил. Ладно. Просто, ребят, напишите, идете ли вы играть или нет. Тут в комментариях и в группе ВКонтакте тоже проголосуйте, ребята. Нужно знать, ну, сколько будете ли вы идти играть или нет. В принципе, все там стандартно будет. И будем, можно сказать, если нормально сервер процесс пойдет, получится, ну, может, ну, получится, как бы, да, что мы сможем играть. Ну, в принципе, ребята, вот так. Сейчас я уже фиг его знает, этот Граудон уже, если сейчас заколебал, фиг его знает, ребята. Тут вот, нет, да, там у нас же еще одна какая-то пустыня была. Но вот то, что я боюсь тпхаться, так как... Ну, так как может выкинуть, да? А где она была, не помню. О, зато там боссик есть. Сейчас мы его завалим, забабахаем. Где он? Только не под землей. А, нет, вот он. Вот что вы тут танцуете, ребята? Ну, нападай. Так хочешь, уже там крутишься возле. Да, вообще алмазов не выпало. Так. О, это тут? Да, ребят. Не говорите, что там вот эта сокровищница, ребят. Мы там уже были не знаю сколько раз. В том суть, что говорю, просто мапа обновилась, карта. Ну, поэтому оно и не показывает заново, как бы, что мы тут еще не были. Но мы тут, ребята, уже были. Да. Ну, фиг его знает. Граудон уже, честно, заколебал, но может... Так, это я брать не буду, потом возьму.
Дайте мне боссов, 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 боссов. Кто там у нас? Нумил какой? 23-й. И Венонат. И Метанг. Ну, Метанг эволюционирует на каком там уровне? 40, 40 там и с чем-то, да? Так, боссы, боссы, боссы. Нету. О, Магмар. Магмара тоже можно убить. Ну, как бы сам напал. Так. О, еще один. Так. Что с него выпало? А, ну вот та штука с него выпала. Там деревня, в которой, ребята, тоже мы были, да? И давай сейчас, секундочку. Да, мастерболы у нас есть. Что у нас еще есть? Ух, нам же ультраболы нужно сделать точно. Я как-то и забыл. Сколько у нас? 7 штук. Не знаю. Так. Короче, короче, короче. Об, нет, мне показалось, и там босс был. Наверное, показалось. Да, показалось. Все, короче. Грудон, давай, иди-ка ты. Если честно, ты уже поднадоел. Сколько мы уже на тебя охотимся? Сейчас так потепехаемся. Карту откроем немного. Боссов поищем. Так, сейчас, да. Ботиночки есть. Бам-бам-бам-бам, ребят, сейчас, давай, давайте, наверное, все-таки просто-напросто поищем боссов, да, и все, этот Гроудон. Так, тут нету, главное не убиться. И главное, чтобы не выкинуло, так как мы сейчас тпхаться будем, не знаю сколько. Так, тут никого, тут. Тут тоже никого. Вот тут кто-то может... надумает быть. О, босс, босс. Но он в земле, ребят. Я, честно, ну не хочу я просто рыться. Тут тоже никого. Че, вообще никого нету? Что-то боссов. О, 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 о. И он... он в земле. А, нет, я думал, у нас просто уже поломанная вот эта мотыга. Я забыл, что мы ее починили. Ну где ты? Так, какая-то высота, нет. Вот я тебе уже, в принципе, вот, отлично. Сам напал. Опять нет алмазов. Сейчас, сейчас, ребят, дайте я выключу шейдера. Шейдеры на пару. Вот. Мы тут. Нет, мы тут не были. Так. Там, там. О, там, там босс, 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 босс. Сейчас, какая-то высота. Какая? 28-я высота. И сейчас, сейчас. Ну давайте, ну давайте, быстренько. Так и хочется. Вот с этой лопатой просто-напросто. Так и хочется это все выкопать. Ну нет, нифига тут нету. Где-то я там лаву слышу. Давайте еще. Чё ты там за... Нет, тут чё-то я уже даже не вижу ни... Нет, о-о-о-о-о-о-о-о. Куча гравия, куча. Ну давай, ну еще один фосил. Нам же нужен еще один фосил, ребята, и все. И у нас все фосила есть, все. Давайте еще сюда, может, пониже спустимся. Еще немного поищем. Нет, тут не будет. Тут нет. Так. Тут есть еще немного гравия. Ну, тут, как я понял, вообще немного, так как... Да. Хотя...
Что-то меня такое, ребят, предчувствие, что сейчас меня выкинет, потому что я уже вижу, что немного так прилагивает. Да, даже не то, что немного, а... Нет, тут тоже нифига нету, и, в принципе, давайте отсюда мы пойдем куда-то, вот сюда. Может заспать, может... Ух, ну, Шайни, ну, не выкидывай. Ну, пожалуйста. Хотя, мне кажется, нужно и так лучше выйти, потому что это такие лаги, что... Перезашел и ребята, потому что так лагало, что это может сдуреть было. Итак, тропинч, ребята. Шайни тропинч. Отлично, давайте сейчас попытаемся его словить. Попытаемся, сафари болт. Да пофиг, давайте. Попытаемся хотя бы, это же Шайни, да. Давай, ловись, Шайни. Если не Граудон, то хотя бы давай ты словись. Давай. Сколько нам еще там, ребят, алмазов осталось до покупки алтаря? Приблизительно 20, да? Ладно, давай ты-ка тропинч, не буду я с тобой париться. Давай залазь ты в мастербол, да и все. У нас еще 3 мастербола как раз, один на Забдуса, один на Граудона. Если что, мы еще купим, да? В принципе, это нормально, да? Отлично, еще один, ребята, Шайни. Это кто тут у нас? О, отлично, хотя бы не в земле. Так. Ну иди-ка ты сюда. Да ты куда? Ух ты, иди сюда. Твою же мать. Так, 2 алмазика. 4 алмазика. Вот так. Так, может еще шайни какой-то? Нет, нету. О, босс. Но он... Так, ребята, выкинула. Давайте идемте, наверное, все-таки поспим. Пум-пум-пум. Ну, это, не знаю, это может уже мир какой-то заглюченный или еще что-то. То, что выкидывает. Так, как я уже хочу, ребят, на серию поиграть. Честное слово, с вами. Действительно. Надеюсь, вы тоже, в принципе, хотите поиграть, ребята, на сервере. Так. Может, ребята, в принципе, что я еще хочу вас сказать? Я уже сплю, ребят. Сколько тут у меня уже? Почти что 1 час ночи. Сказал, что я хочу вас сказать, или что я сказал? Ладно, пофиг. Что я хочу вам сказать, ребята? Если кто, в принципе, знает отлично рисовать, и кто может, нарисуйте, пожалуйста, если можете, какой-то там логотип сервера. Если будет действительно отлично рисовано, то можно будет рассмотреть. В принципе, мне нужно будет, ребята, кандидатуры в модераторы, администраторы. Но, как бы, я тоже, знаете, не буду всех подряд брать. Это тоже потом или отбор будет, или еще что-то. Или если вы там отличный артер... Не актер, ребята, артер, что действительно, знаете, отлично рисовать, но это как бы уже нужно потом разбираться. Я это тоже не очень знаю, что и как. Но я просто так говорю, ребят. Может потом посмотрим. Так, давайте-ка мы пойдем. Нет! Мы пойдем. Продадим все наши алмазы. Продадим все наши алмазы. Я уже сплю, ребята. Продадим все наши вот эти штучки и посмотрим, сколько нам не хватает еще до алтаря. Вот, ребята, я так думаю, что на сервере вот тоже мы потом как-то продумаем. Ну, как бы не будем мы, конечно, все загадывать, но потом, если что, потом может придумать, что на сервере тоже будет вот такая система, как сейчас у нас есть, ребята. То есть
Чтобы не пропадали вот эти все алмазы, вот эти ресурсы, тоже чтобы был стимул вот добычи этих ресурсов. Мы, наверное, тоже так, ребята, сделаем какие-то квесты, что там, например, 150 алмазов или еще что-то такое будет стоить один шайни покемон. Там 200 алмазов будет стоить один алтарь. Ну, как бы вот так. Потом, если что, ребят, разберемся в этом. Так, сколько у нас? 13. 13 алмазиков. А сколько у нас там? Вроде где-то 26 не хватает приблизительно. Я, если честно, не помню. Сейчас посмотрим, ребята. Кто это там? А, это Пикачу. Ладно. Так, давайте посчитаем. 180, 100, 192, 130, 130, 137. То есть, ребят, нам не хватает 13 алмазов. Давайте сейчас посмотрим, что мы можем продать. Ух, вот. 11 алмазов не хватает. Как я понял, тут ничего нету. И вот тут тоже ничего нету. Ребят, 11. 192. 132. 137, 137, 13, да, и плюс к эти, что сейчас мы продадим, 2, то есть 11 не хватает, 11 алмазов. И вот тут, может, еще что-то выпало, фиг его знает. Нет, нифига не выпало. 11 алмазов. Ну, давайте сейчас, пойдем-ка мы вот сюда. Нет, сначала давайте мы пойдем вот сюда. Так. Ну, дайте, может, еще хотя бы одного там босика. 11 алмазов не хватает. Ну, будьте тоже, заспамьтесь уже кто-то. Ладно, никто не хочет спамиться. Ладно. Ладно, сделаем по-другому. Сделаем мы, ребята, где, что мы можем продать? Так, 11 не хватает, да? Шесть. Два. И ребяточки, сейчас мы вот это все продадим. Где оно? Вот. Вот. И вот. 13 алмазов. О, сейчас, ребята, сейчас мы уже купим себе алтарь. И, в принципе, все. Мы, можно сказать, купили все по максимуму. И нам уже как бы не нужно будет. Не нужно уже будет, ребята. Ну, как. Нет, конечно, нужно будет копить алмазы. Мы можем еще, например, себе шайни там потом купить. Или мастербол, или еще что-то такое. Посмотрим. Или раркенди, да, те же. Так. 250 алмазов, один легендарный, да? Это у нас вот тут. Вот тут. О-о-о. О, может. Где он? Вот тут. Так. А вот сейчас выпало 4 алмаза. Ну ты капут. Так. О, ну сейчас. Если он не в земле. Нет, в земле. Да. Так, ну это да, Пикачу. Ну что, ребята, купуем. Купуем мы себе алтарь. Сколько? 250 алмазов, один алтарь. Включаем гемот. Да, что ты сейчас? Так, включаем гемот, ребята. Это мы все вот сюда.
И покупаем себе алтарь. Где он? Если бы я помнил, где он. Тут? Не, а, вот, вспомнил. Вот он. Алтарь, алтарь, алтарь. Не тут, значит вот тут. Да. Вот. Ребята, да чё ты... Так. И... Да, так, я уже по клавишам не попадаю, ребят, я уже сплю, реально. Купили мы себе алтарь, алтарь, алтарь. И идем мы себе его поставим. И сейчас, ребята, давайте поставим его. Вот, какой красавец. Нужно было на один блок дальше, вот сюда. Ладно, потом, может, как-то переставлю. Да, в принципе, чё мы, купили же алтарь, будем еще сейчас. Да, ну чё ты... Да, капут, вот. Всё, ребята, у нас есть алтарь для Забдуса. Так, три мастербола, в принципе, все, ребята. Сейчас нам нужно будет прокачивать орб. И потом останется прокачать Гроудона. И потом приблизительно еще словить 30 покемонов. Ну иди ты сюда, вот. Еще. Так, там еще один был. Он уже пропал? Так, он уже пропал, ребята. Гроудон. Ладно, ребят, давайте нам все-таки на этом закончим. Про голосование я уже говорил, да? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.